Всем привет, ребята! Вот решил на своем футбольном канале сделать специальный раздел по играм букмекерских контор. Тотализаторы букмекерских контор, да? Ставки. Вы все знаете, что я зарабатываю на ставках. Вот. И вот этот мой канал, это просто мое хобби, да? Он мне ничего не дает, прям клянусь. Вот. Почему я решил? Ну, потому что это интересно, на самом деле, интересно. И все эти свои истории будут, все свои системы, все свои наблюдения, все свои практики, с которыми я буду с вами делиться, да, они исключительно моя практика, чтобы вы все знали, да. Это исключительно мое личное мнение. Я ни в коем случае никого не заставляю там придерживаться моей стратегии, не придерживаться моей стратегии. Это просто мои, то, что я вам излагаю, да. Вы можете соглашаться с этим, можете не соглашаться с этим. Просто я вот как автор этого канала, я это излагаю, да. Надеюсь, вы меня поймете. Потому что, ну, на мой взгляд, некоторые вещи очень интересны. Вот, и сегодня я затрону очень интересную, можно сказать, систему игры, по которой я лично играю. Это вот система игры на тоталовых баскетболах. Вот. В основном я поднимаю бабло, это на лайв ставках, на баскетбол. Ставлю на тотал больше, только тотал больше. Вот, ну есть у меня определенная система, там три флажка, вы можете ее увидеть там, найти у меня на канале, да, если постараетесь. Если там не хотите искать, я, наверное, в первом комментарии к этому ролику этот ролик размещу. Вот. Ну, знаете, что и как. Но смысл в следующем, что я вот, условно, загружаю там 10 тысяч, да? Вот. Загрузил 10 тысяч на счет, да и начинаю играть там, там по 2 тысячи, с 2 тысяч, с 2 тысяч начинаю там на каждый матч ставить. Баскетбол. Абсолютно не важно, какой матч, да, но, соответственно, я выбираю те матчи, в которых обычно забивают много мячей, много очков в баскетболе, да? Вот, соответственно, я и полностью игнорирую испанские чемпионаты, итальянские чемпионаты, бабские итальянские чемпионаты, да. Самый большой заход это идет вот чемпионат Сальвадора. Вот ночью он идет, да, мейджор лига какая-то, они там, блядь, забивают там по 200 с хуем, блядь. Причем играют четверть по 10 минут, а не по 12, как в НБА, да. Вот, баскетбол там... бразильский тоже хорошо заходит, да. Какая-нибудь Евролига, единая лига ВТБ тоже хорошо заходит. Ну, бывает по-разному. Но смысл в следующем, да. Абсолютно неважно, на какой ты матч ставишь, да, он может зайти, может не зайти. Просто вот бывает день, да, бывает день, что у тебя все заходит. Вот, бля, хуярят тоталы, хуярят и забивают. И ты, условно говоря, кстати, где 10 штук, бывает, блядь, за 5-6 часов доходишь там до 150 штук. Серьезно бывает. Потому что на одном матче бывает, да, вот ты ставишь тотал больше 140, да, хуякс, они начинают забивать. Ты еще добавляешь, блядь, 2000 ставишь, они тоже забивают. Вот бывает на одном матче ты делаешь там ставок 8. Ну, ты уже видишь, что эта ставка выиграла, они очень много набросали, ты уже как бы на свои бабки играешь и начинаешь ставить. И зачастую вот матчи, в которых много начинают забивать, они забивают и продолжают забивать. Вот это объясняется очень просто. Тактика на игру в баскетболе, тренеры ставят такую на быстрый баскетбол. То есть бросок на 3 секунды или раньше. Это типа как Феникс Стива Нэша играл. Вот, но смысл понятен, что, условно говоря, бывают дни проебашные, да, ну, проебал ты, ну, все, идешь спать, блядь, да. А есть выигрышные, и бывают такие выигрышные дни, они хуячат, блядь, и отбиваешь там буквально за недельные проебы. Вот. Надеюсь, вы меня поняли, как я играю. В основном, у меня 90%, да, блядь, 99% лайфставок, это идет на баскетбол, еще раз баскетбол. Вот исключительно тоталы. Вот я уже все команды там знаю, кто как играет. Вот, и африканскую лигу ставишь, там, новозеландскую лигу ставишь, что такое не угодно. Вот просто вот заходит, и вот ты играешь. Там, допустим, две четверти на тотал меньше сыграли, да, команда. Видишь, что команда атакующая, ты ставишь тотал больше, да, и скорее всего они зайдут. Ну, потому что третья четверть, скорее всего, тотал больше, четвертая четверть тотал больше. Вот, в общем-то, понятно все, ну вот. Но в этом ролике я хочу затронуть такой момент,
какие ставки брать? Тотал больше, общий тотал больше или индивидуальный тотал больше? Это очень интересно на самом деле. Вот, стратегия игры на тотала больше, индивидуальный тотал больше, да? Потому что, ну вот смотрите, я весьма люблю ставить на индивидуальный тотал больше. Допустим, играет какая-то сильная команда с какой-то слабенькой. Допустим, ЦСКА играет с Нижним Новгородом, да? И там фора минус 27 или минус 30 на ЦСКА, а индивидуальный тотал там минус 99. И да, представьте такой счет, 105-45. А индивидуальный тотал заходит, а общий тотал не заходит. Это будет довольно часто. То есть бывает так, что одна сильная команда выносит вторую с огромным количеством мячей, да, при этом индивидуальный тотал заходит, а общий тотал не заходит. Ну, просто вторая команда не добрасывает, да, не добрасывает очень сильно. А вот, это вот первый случай такой. А второй случай бывает, что наоборот. Ты ставишь на индивидуалку, да, а вдруг, блядь, начинает, что та команда, которую ты забивал, поставил, она забивает не так сильно, а вторая команда, наоборот, сильно. То есть и выходит, что по итогу, что индивидуальный тотал не заходит, а общий тотал заходит. Ну, то есть за счет того, что вторая команда забивает много. Ну, то есть я вам обрисовал два случая, да. Первый случай, когда заходит индивидуальный тотал, но не заходит общий тотал. И второй случай, когда заходит общий тотал, но не заходит индивидуальный тотал. И вот вопрос. А какую вообще тотал лучше брать? Вот. И я вот скажу исключительно по своей практике. Да? Не исключительно по своей практике, я никого не смотрю, вот лично по моим ставкам, да, вот по моим ставкам, да, вот, как бы я не хотел там индивидуалку ставить, да, 90% случаев, 80-90% случаев заходит общий тотал, не заходит индивидуально. То есть, если они начинают ебашить, то и общий тотал, и индивидуалка заходит зачастую, да. Но бывает так, что индивидуалка не заходит, но общий заходит. То есть практически во всех случаях, да, надо ставить общий тотал. То есть у вас процент выигрыша будет выше. Вот. У меня, я вот там считал, мне что-то около 800 ставок, вот, которые я веду, да, ну, которые я записывал, фиксировал. А у меня вот там где-то процентов 90, это вот общий доходит, а индивидуалка не заходит. Вот, поэтому если так говорить, то, конечно же, надо брать общий тотал, да. Независимо от того, что одна команда сильная, другая не сильная, да. Зачастую, что вот эта более сильная команда, она набирает там какую-то фору, там, уже в 30 очков ведет и начинает второй состав выпускать, да. А более слабая команда, она начинает много забивать за это. Ну, второй против со второго состава играет. Вот. И вот просто вот по своей практике говорю, что общий тотал гораздо лучше, чем индивидуальный тотал. Вот такие дела. Есть еще там такая тема, что по поводу индивидуального тотала андердогов. То есть какая-то команда играет в баскетболе, но там какая-то фора, да, плюс 53, что-то такое, да, вот такое бывает, да. И на них индивидуальный тотал дают там типа 42. Вот зачастую такие тоталы заходят. То есть очень маленький тотал баскетбол на вообще донную команду, да, он зачастую заходит. Потому что все-таки баскетбол это довольно результативная игра, да. И обычно вот эти заходы на андердога, да, такую донную команду, они начинают заходить во второй половине, когда уже, блядь, команда более сильная, она выпускает там второй или третий состав, уже хуй забивает на защиту, да, и тогда удается вот этой донной команде забивать. Вот если там брать индивидуалки, то это вот скорее ставить на донные команды. Вот. Но где я еще ставлю? Где я делаю ставки? Ставки я делаю в BetCity. Регистрация в этой букмекерской конторе. Первый комментарий к этому ролику, да, вам дают фрибет 10 000 рублей и можете на него играть.
Я, в принципе, в этой конторе играю уже там очень долго, да, никаких проблем с выводом нет. И там, почему я в этой конторе, вы не сочтите это за рекламу, да, я поясню, почему. А, вообще я играю в двух букмекерских конторах, это Фонбет и Бетсити, да. Ну, Фонбет мне больше визуально нравится, Бетсити мне нравится тем, что там можно поставить. А, вот, зачастую, что в Фонбете не дают индивидуалку. Вот. А Бет-Сити всегда дают. Поэтому если там хотите, допустим, зарабатывать на ставках, то вам надо только Бет-Сити играть. Поэтому если регистрируетесь, получаете фрибет и вперед из песни, да? То есть что я хочу сказать, что в Бет-Сити там самого выбора тотала больше, а зачастую в Фонбет это не дают, да? И зачастую, так я ставлю только на тотал больше, я не ставлю на тотал меньше, да? И ни на форы не ставлю, я ставлю на тотал больше, да, то зачастую в Бет-Сити по сравнению с Фонбетом, да, там тотал меньше дают. Вот. А для меня это лучше всего. Вот. Поэтому, надеюсь, вам был полезен этот ролик. Повторяю, по моему мнению, если брать на дальнюю, на большую дистанцию ставок, да, то лучше брать тотал больше. Независимо от того, что там играет более сильная команда с более слабой. И кажется, что там индивидуалка, скорее всего, зайдет. Если индивидуалка зайдет, скорее всего, вообще тотал зайдет. Вот. Так что вот такое мое мнение. Пишите, что думаете. Всем пока.